Сегодня очень важная тема, и мы говорим не только о безопасности, но и о внешнем контуре. Мы сегодня имеем огромное количество интеграционных процессов с Российской Федерацией и с некоторыми другими, скажем, да, республиками, да, Абхазии в том числе, скажем, и Сирии. Как вы думаете, и как, на ваш взгляд, должна выстраиваться наша внешняя политика с учетом того, что сейчас неоднократно поднимался вопрос о вхождении Южной Осетии в союзное государство? На ваш взгляд, это реально или нет? Насчет союзного государства. Нужно тут посмотреть, что нам это дает, а чего нам это не дает. И измерить все экономически и так дальше. Но я думаю, что вот все эти игры, я прошу прощения у всех, кто нас смотрит, все эти игры, они потихонечку уже начинают заканчиваться. У нас крайне тяжелое положение, я бы сказал, критическое. У нас, наверное, после 2008 года крайне тяжелая социально-политическая ситуация. И тут речь сейчас идет, на самом деле, в нашей республике о выживании, а не о фантазиях, о каких-то там еще дополнительных договорах или вступлениях в союзные государства. Потому что, по меньшей мере, ты должен что-то дать тем, с кем ты вступаешь в союз, чтобы они тебя приняли. Мы этого дать сейчас в данном случае ничего не можем. Нужно отдавать себе отчет в том, что положение у нас крайне тяжелое. Я тоже не против абсолютно вступления в формат союзного государства. Если так посмотреть на это все со стороны, мы, наверное, больше подходим, нежели к формату, допустим, Евразийского экономического союза или Евразийского таможенного союза. Но союзное государство предполагает две страны, Россия и Беларусь. И чтобы стать полноценным участником вот этого процесса, нужно заручиться поддержкой двух стран. Я считаю, что прежде чем Белоруссия скажет «да» или Россия скажет «да», мы, наверное, себя должны показать немножко более самодостаточными во всех отношениях. В экономическом, политическом, внутриполитическом, внешнеполитическом. Когда я задал этот вопрос, я говорил о том, насколько мы себя стали позиционировать. Вот как мы себя сейчас позиционируем. Также с этой точки зрения с нами будут разговаривать. Хезагане, когда союзные государства, тахчен хуржесте, тахчен охчек форста уфала, бирате, наверное, уе, 90-й год, дар, обун шамай, независимост мохройсан, бирате, дар, дар, наверное, то. Але уе, растаг рошеди, 90-й год, дай, гецел растаг на рошеди, мобун, стам хатбори растун. Уше союзные государства там дар каве, шавен, орозен, кусен, обун божерта тар да буне код зохтоместа, божерта тар на Юрес има дар, Сирия има дар, дар ман дар бастат има дар. Ма дорт тар на внешни политически курс шен на ганани развиват канем ма разма шавен. Нахишай, кад нахи наверне, что ше дар сорожестам, ад кекуме барна. Чок дар, ма изо, фанды, кад обун бу. Мен амок парламент машам, ма сумбул, журам, фидан, иристун сумбул тхел. Нахос канам, вот че мер бошта, мордам, кад на наверде мене сумбул тхел, чун юстам мене бону мочисте. Кад на бону мум намойнш, обону буне, мен божер таис, южин обнис, вреси мадар, божер тани дербастат имадар, вот шанна на кома сумбул дар. Нуж дар маст, мен амиш дар зай, нуж дар зай, нуфта, айвши, тхара, шаме, нуж тхчен дарам, мен фшен дар, нахос каним, тхай кома, на экономика, ол, кецел, фа тхчен дар канам. На самом деле это реально, чтобы вот эти отношения развивать, это 100%. Но при нынешней власти этого я не вижу такого возможности, чтобы это мы реализовали. То есть кадма мохан ярастаджа удис фенбалтата дудикима сербский республикой президент има кадма мохшедестам офта фасарамтам има фидоркуттам нахостата на отношениях вот обунда шейнакума, то есть есть возможность, конечно, надо просто двигаться, работать. Просто мы сегодня видим, что наше руководство вообще не выезжает в Российскую Федерацию. В течение 2 лет мы видели только и встречу Алдисермастер Владимира Владимировича Путинима. Мамави Роснакасу и Тахайма. Мохма Бира Форсота и Каши Форсота. Кавискотчокана Масафадальшама.
Позже так видео. Я отвечу так, что насчет союзного государства я вижу это перспективы, и в этом нет ничего плохого. Все зависит, какие условия нам будут ставить. Это возможно. А то, что касается выездов, я считаю, что за 2 года у нас как раз огромное количество выездов в Российскую Федерацию, в Крым, в Абхазию, встреча с Северокавказскими республиками, да в множество республик, где были наши представители, заключили соответствующие соглашения, ПМФ, определенные соглашения, связанные с экономическим развитием, с Крымом, правительство выезжало, Оренбургская область, господи, Смоленская область, Ленинградская область, заключили соответствующие соглашения. Это работа. Посмотрите, Министерство культуры сколько раз выехало, объездило фактически всю Россию, показывая концерты, показывая культуру нашей нации. Вы забываете об этом. Огромное количество встреч, как и с Лавровым на уровне Министерства иностранных дел, наш совбез, да различные сферы, они выезжают, они сотрудничают. Спасибо. И я вам хочу сказать, что мы перешли на другой уровень взаимоотношений с Российской Федерацией.